участвую в подобном мероприятии и сразу поняла еще в прошлом году, что очень правильная форма организации общения. Потому что когда мы рассматриваем и знакомимся с нашими коллегами, которые выставляются на выставке, не всегда есть возможность обойти всех и узнать все новости. Это мероприятие позволяет в очень короткой форме, очень быстро и лаконично выделить интересующих нас партнеров, познакомиться и завязать правильные и нужные связи. Я его ждала с прошлого года и постоянно спрашивала, а будет ли нетворк, В этом году я подготовилась, взяла визиток побольше, потому что в прошлом году мне не хватило. Мне на самом деле кажется очень правильной, очень удобной, очень интерактивной формой сотрудничества. Спасибо, Молдэнс. На самом деле на выставке первый раз в Кишиневе, то есть и на таком мероприятии тоже. Все очень понравилось на самом деле, оно очень интерактивное, живое, действительно много знакомств. На выставке много павильонов, не со всеми, к сожалению, наверное, удастся пообщаться, хоть мы приехали на 4 дня. Вот. А такой формат, он позволяет все-таки кратко всех узнать, действительно получить те знакомства, которые, возможно, ты за это время, может быть, даже и не узнал, либо, может быть, ты подошел к стенду, а стоит другой менеджер, говорит, а нам не интересно. Будет тут другой представитель, который, допустим, вот у меня было так, я пообщалась с одним представителем сначала на стенде, они как-то так, а второй говорит, о, круто, мы занимаемся, это директор был. Спасибо вам, на самом деле, очень крутое мероприятие, очень, на самом деле, хорошая выставка, много контактов, и обязательно приедем к вам в следующем году, вот, и будем рады сотрудничеству. Спасибо вам, приезжайте в Одессу. Sunt a doua oară la un asemenea eveniment și am zis din start că este un eveniment foarte benefic. Este important și prin faptul că este cu adevărat o creare a unor legături care pot, pe de o parte, să-ți dezvolte propria afacere sau acest eveniment contribuie, cred că și la lansarea unor idei de perspectivă. Este bine, este minunat că poți cunoaște mai multă lume, de altfel în stand ești limitat în timp și în spațiu, ori aici mi-a plăcut dinamica cu care s-au mișcat lucrurile. Este un exemplu bun de urmat, cred că, pentru orice întâlniri de afaceri unde oamenii este bine să se cunoască din start și să dezvolte în continuare niște relații rodnice. Evenimentul a fost destul de interesant, deoarece este ceva nou, dar a fost foarte interesant, ceva care, iată, am avut o cunoștință care spunea că la noi așa ceva nu este, în România, da? Este o modalitate de a face cunoștință cu toți care sunt în sală, în două minute, adică faci cunoștință cu un grup de mai mult de 30 de oameni, este ceva super, foarte interesant. Pentru mine a fost o experiență de neuitat. Am avut și contacte am luat și colaborări fructoase, cred că o să avem pe viitor cu agenții, cu oameni, chiar cu oameni. În scurt timp faci cunoștință cu foarte multe persoane care pe parcurs pot deveni parteneri sau chiar faci cu viitor parteneri cunoștință. Afli destul de informații ca să-ți fie clară, are sens mai departe să continui pe parcurs convorbirea sau nu. Deci asta economisește timp și dă multe posibilități. Eu personal am vrut în jur de 20 de contacte potențiale am găsit. Rămâne să mai treacă pentru un filtru toate baza de date acum acumulată. Dar este o oportunitate destul de bună și comodă. Din pe ori am făcut destul de multe contacte necesare.